Установка защитной крышки на оригинальную камеру BMW 7 модели, кузов G11, G12. Перед установкой дается такой железный шаблон. Обнимаете камеру, и у вас одно отверстие, это под провода. И шилом ставите точку. И потом просверлите. Вот мы сделали отверстие, провели проводочку, там прям аккуратно рядом с стеклогическим отверстием выходит, с той стороны надо подцепить, и тянем на себя. Обнимаем и закрываем, смотрим, все плотненько. Все, и шилом делаем пометки и прикручиваем в пластик.